Здравствуйте, это правительство. Программа о работе кабинета министров и местных исполнительных органов. Пакет законодательных поправок, которые призваны улучшить условия работы бизнесменов, обсуждали на этой неделе в Мажилисе. Причем рассматривается документ очень активно. Причина тому сжатые сроки, в которые должно уложиться правительство. По поручению президента законопроект вступит в силу уже с Нового года. Но пока депутатов документ не устраивает. От них поступило свыше 1200 предложений, 700 из которых уже приняты. На следующей неделе обсуждение продолжится, чтобы разобраться в спорных вопросах и прийти к общему согласию. На совещание пригласили первого вице-премьера Бахаджана Цагентаева. Еще раз хочу сказать, что мы готовы сегодня конструктивно с вами поработать, ответить на все ваши вопросы. И еще раз, как вице-премьер, беру на себя ответственность. Все, что мешает прохождению данного законопроекта на следующее заседание Мажилиса, сегодня будем снимать. Тем временем Национальная палата предпринимателей и Акимат Астаны договорились о сотрудничестве в поддержке и развитии бизнеса. Соглашение подписали аким столицы Адильбек Джексибеков и председатель президиума Нацпалаты Тимур Кулибаев. Согласно этому договору, в Астане создадут многопрофильный промышленный комплекс и региональный торговый центр. Субъектам малого и среднего бизнеса будут предоставлять земельные участки. По словам Тимура Кулибаева, от того, как чувствует себя бизнес в Астане и Алматы, зависит общий бизнес-климат в стране. Поэтому совместно с Акиматом необходимо создать формат торговли, соответствующий современным требованиям. Он отметил, что палата планирует наладить сотрудничество и с другими акиматами. А в Актюбинской области делают ставку на развитие агропромышленного комплекса. Ежегодно в рамках различных госпрограмм здесь запускают отраслевые проекты и оказывают поддержку аграриям. И на этот раз в регионе презентовали новую теплицу. Это первый в Актюбе тепличный комплекс, оборудованный современной системой досвечивания. Технология позволяет обеспечивать растения энергией, которой недостаточно в осенне-зимнее время, тем самым добиваться круглогодичного урожая. Мощность теплицы 1500 тонн в год огурцов и томатов. Площадь теплицы составляет 3 гектара. То есть нашей основной задачей является обеспечение населения Актюбинской области свежими огурцами и помидорами именно в период межсезонья. Новый тепличный комплекс построен при поддержке КАЗа «Агрофинанса». С ее запуском потребности жителей будут обеспечены на 60%. Чтобы добиться полного охвата, строится еще несколько аналогичных объектов общей площадью 10 гектаров. Возводят овощехранилище и ряд проектов для переработки сельхозпродукции. Сейчас мы отобрали 14 проектов в рамках программы «Форсированное индустриально-инновационное развитие». Постепенно их реализуем. Они все 14 проектов в аграрном секторе. Мы будем производить свои сыры. Сейчас уже финансовую модель мы отработали. В ближайшее время начнем строить. А через 2 года будет ввод этого завода. Также мясокомбинат крупный, который решает задачи по экспорту. Праздничное мероприятие продолжилось торжественным награждением. Ветеранам, отличившимся руководителям и работникам, вручили награды Министерства сельского хозяйства, благодарственные письма и ценные подарки. Кроме того, были вручены ключи от 13 спецавтомашин для городской и районных ветеринарных служб. Елена Устимович, Булатмул Дагалиев, Айбек Даутов, Актобе. Был юристом, стал мебельщиком. Габиден Джабсарбаев из Шуского района Жамбылской области сначала сам освоил новую профессию, а потом увлек этим ремеслом всех своих родных. Семья получила микрокредит по программе «Дорожная карта бизнеса» и запустила мебельный цех. Превратить кусок обычной древесины в изящную мебель – настоящее искусство. Оно требует особого мастерства. Но Габиден Джабсарбаев считает, что ничего сложного в этом нет. По его мнению, достаточно одного желания стать профессионалом. Не зря же говорят, дело мастера боится. Сам он в прошлом юрист. Нас здесь 8 мастеров. Никто из нас специально этому ремеслу не обучался. Среди нас и финансисты, и программисты, и строители. Но ничего общего с профессией мебельщика нет. Цехи почти все сельские ребята. Заказов у них много, и они ловко справляются. Порой приходится работать 2 смены, но никто не устает. Трудно было лишь в начале. Потом набили руки, и сейчас здесь короткие сроки изготавливают самую разную мебель. Их слаженный труд восхищает даже умудренного жизнью Аксакала Сайлау. В самом начале мы арендовали помещение, а потом, когда неплохо заработали, купили вот этот дом. Теперь здесь большой цех, мебель клиенту доставляем сами. Сейчас возим ее и в соседний Маинкумский район.
По программе «Дорожная карта бизнеса 2020» в районе реализовано 12 проектов. Было выделено более 160 миллионов тенге. Постоянную работу получили 153 человека. Сейчас в регионе более 40 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В этой сфере занято около 130 тысяч человек. Только в этом году они произвели продукции на 117 миллиардов тенге. Специалисты говорят, что развитию предпринимательства в области способствует государственная программа занятости. Алма Уразбаева, Канат Жунисбеков, Рауан Байкинже, Жамбылская область. Тем временем экспорт актауского металла увеличивается. Производители заключили новый договор на отправку своей продукции в Иран. В год на заводе выпускают 180 тысяч тонн металла на 77 миллионов долларов. Татьяна Ковалева с подробностями. Актауский литейный завод работает уже 8-й год. Европа, Турция, страны ближнего зарубежья успешно скупают продукцию предприятия. Но масштабный экспортный договор, который подписали с Ираном, здесь заключили впервые. Экспорт в Иран очень сложен, начиная от нахождения покупателей, заканчивая финансовыми расчетами с иранскими банками. Однако при поддержке государства и Казнекс-Инвест мы смогли не только найти покупателя, но и разработать механизм сделки, который позволит нам выполнить данный контракт. Выход на иранский рынок даст нам возможность на 100% загрузить производственные мощности завода. Теперь практически вся продукция Актауского литейного завода будет уходить в Иран. Чтобы не подвести столь крупного партнера и все экспортные обязательства выполнять в срок, на предприятии трудятся более 500 человек. Стальных дел мастера работают в две смены, что не дает производству никаких остановок. Мы выпускаем арматуру, уголок, швеллер, двуотавр. Все это применяется в строительстве. За сутки делаем до 100 тысяч тонн только арматуры. Представляете, в наших цехах очень жарко, работа кипит. Экспорт металлургической промышленности в Иран вырос 2,5 раза, отмечают специалисты. Однако, по прогнозам аналитиков, эта цифра будет только расти. И поспособствует этому открытие железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран. Татьяна Ковалева, Ринат Дусалиев, Актау. А в специальной экономической зоне Морпорт Актау в праздник открылось сразу два новых предприятия. Комбинат индустриального строительства и завод инновационных дорожно-строительных материалов. На комбинате будут выпускать железобетонные изделия для строительства всех типов зданий. Ожидается, что это позволит снизить стоимость жилья и нарастить темпы отрасли. В год с помощью предприятия будут возводить до 100 тысяч новых квадратных метров. Стоимость столь актуального для региона проекта 600 миллионов тенге. 450 из которых это заявление. Съемные средства по госпрограмме «Даму Интерес-2». На предприятии есть современнейшая лаборатория, где будут строго контролировать качество выпускаемой продукции. На втором заводе дорожно-строительных материалов планируют выпускать до 160 тонн асфальтной смеси в час. Эта продукция полностью покроет потребности региональных дорожников. После расширения производства будущим летом на заводе будут производить и битумные изделия, а чуть позже и дорожные знаки. Очень важно, какими будут дороги, и чем качественнее они, тем лучше. Поэтому открытие этого завода я считаю весьма своевременным. Он запущен по программе индустриализации и должен помочь Мангистаускому региону сформироваться как большой логистический хаб. Алматинские градостроители в следующем году планируют сдать в эксплуатацию еще три дорожные развязки. Однако строительство пяти аналогичных объектов под вопросом. В бюджете на эти цели нет средств. Об этом рассказал глава управления автодорог Алматы. Сейчас представители акимата рассматривают возможность построить эти развязки в рамках программы «Нурлужол». Всего же в этом году на строительство и ремонт алматинских дорог выделено почти 50 миллиардов тенге. На сегодня деньги практически освоены. Построено 23 пешеходных перехода. Осуществляется ремонт улиц, строятся развязки. Однако темпы работ пока оставляют желать лучшего. Градостроители снова столкнулись с проблемой самозахвата и выкупа земли. Вот буквально только на той неделе смогли снести 5 домов. Причем это самозахват, были судебные разбирательства. И сейчас остался у нас практически один дом. Тоже на апелляцию подали, не согласны с суммой компенсации. А тем жителям, которые самозахват, район предоставил свободные участки для строительства жилья. Дальше очень сложный вопрос сноса у нас по Толеби. Ну, вы примерно представляете, что это район парка Горького, Каирбекова, это, ну, в общем-то, центр города. И там, естественно, все не согласны с суммой оценки, приходится через суды. В
случае обнаружения запасов сланцевого газа в Казахстане он мог бы использоваться для газификации регионов. В этом уверен первый вице-министр энергетики Узакбай Карабалин. При высокой стоимости его можно будет экспортировать. По словам представителя Минэнерго, возможности применения широки, и это можно наблюдать на примере США. Напомню, в конце ноября в ходе конференции по энергетической хартии премьер-министр Казахстана Карим Масимов заявил, что республика намерена реализовывать проекты по разработке сланцевого газа. В советское время вообще газовые месторождения, когда открывали, их просто закрывали, уходили, чтобы искать нефть. Сейчас вот комитет геологии выделены определенные средства, которые позволяют уже комитету геологии начинать планомерные исследования наличия сланцевого газа на территории Казахстана. Наверняка можно будет найти, оно по природе так происходит, и часть может быть зажата вот в сланцевых породах. Международные резервы страны, включая активы Национального фонда в иностранной валюте, с начала года выросли почти на 10 миллиардов долларов, а золотовалютные резервы Нацбанка на 16% и составили на конец ноября 105,4 миллиарда долларов. Стоит отметить, что в течение двух прошлых лет наблюдалось постепенное сокращение золотовалютных резервов Казахстана. Однако в начале 2014-го ситуация изменилась. В Нацбанке пояснили, что золотовалютные резервы формируются в целях обеспечения как внешней, так и внутренней устойчивости тенге. И сегодня у нашей страны достаточно средств, чтобы обеспечить стабильность экономики в целом. Золотовалютные резервы Национального банка инвестируются в активы, номинированные в иностранной валюте, и в золото с целью обеспечения их ликвидности, сохранности и приемлемого уровня доходности. С начала текущего года рост золотовалютных резервов Нацбанка составил почти 16%. Это говорит о том, что текущая курсовая политика адекватна и соответствует экономическим реалиям. Россия и Казахстан расширяют сотрудничество в сфере информационных технологий. В Астраханском IT-парке созданы десятки различных программ, успешно применяемых в разных отраслях – промышленности, банковской сфере и ЖКХ. Часть из них разработана при участии казахстанских айтишников. Астраханский IT-парк «Фабрика» – единственный в России частный технопарк, созданный без участия государственного капитала. Сегодня здесь разрабатываются десятки инновационных проектов, многие из которых получили первые места на многих престижных конкурсах. Из самых громких – сконструированный в Астрахани электромобиль и сварочный аппарат весом всего в 3 килограмма. В технопарке работают несколько сотен молодых людей, каждому из которых предоставлена возможность реализовать свой проект. Мы очень активно ищем проекты, мы им помогаем, и учим, где лучше участвовать, где получить инвестиции, никогда не останавливаться, не сдаваться. Астраханский технопарк работает с молодыми талантами из многих стран, но самые тесные зарубежные связи – с Казахстаном. С Казахстаном мы работаем уже 7 лет. Я думаю, что наши отношения с Казахстаном сложились прежде всего из-за того, что мы очень быстро нашли взаимопонимание, у нас общие цели. Совместные проекты в сфере информационных технологий находят все большее применение как в России, так и в нашей стране. Для меня стало таким откровением, что сейчас вот такие стартапы, да, айтишные в Казахстане, они очень активно растут. С одной стороны, это подтверждает то, что там наша идея, она не только нам в голову приходит, и с другой стороны, подтверждает то, что в Казахстане тоже люди без дела не сидят. Опыт работы Астраханского IT-парка широко признан в России. Его основатель Ринат Батыров сегодня возглавляет знаменитый московский технопарк Сколково. Но на родине частый гость. Опытом мы готовы делиться. И, наверное, одна из возможностей – это создание, назовем его так, центра подготовки или институт, университет подготовки IT-специалистов здесь, в Астрахане, когда могли приезжать ребята из Казахстана, обучаться там 6-8 месяцев, а потом возвращаться домой, может быть, уже прямо здесь создавая стартап, сколачиваясь в команды, получая госзаказ или корпоративный заказ. Это позволит талантливым молодым людям не искать работу на чужбине, а реализовывать свои идеи дома. Виктор Сутягин, Тимирлан Сутунгазиев, Астрахань, Атырау. На этом все. Вы смотрели программу «Правительство». До новых встреч!